Привычная жизнь Центра социального обслуживания «Вера» в этот день была нарушена. Впрочем, никто не пожалел. Здравствуйте, гости! А я Зима. И вот пришла к вам сегодня встретить вас, чтобы проводить на праздник. А пока дети развлекались, директор центра Андрей Коренюк проводил небольшую экскурсию для главы Ленинского района Валерия Венцеля и советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана. Сюда уже на следующий год также заказали полностью новую мебель. И уже есть устная договоренность, пока правда, с магазином «Леруа Мерлен», который открывается на территории нашего Ленинского района. Главное, ради чего собрались здесь все эти люди – участие в акции «Я волшебник». В ходе нее собирается помощь для детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и пожилых людей. Ведь преддверие Нового года – лучшее время для подарков. Мы шли с хорошим настроением именно в центр, реабилитационный центр. И встретили Деда Мороза. Дед Мороз нам передал подарки и попросил, чтобы мы поздравили детей. Акция «Я волшебник» стартовала 1 декабря. За это время собрано подарков более чем на 450 тысяч рублей. Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган приехал тоже не с пустыми руками. Маленьким гостям от имени Деда Мороза он вручил планшеты. Вещь в наше время крайне необходимая. Планшет, ну, это в основном социальные сети, общение, поиск нужной информации, поиск, опять же, песен для выступлений, связь с важными для меня людьми. С начала акции более 300 детей и взрослых получили адресную помощь. Глава Ленинского района Валерий Венцель вручил грамоты и подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, которые отличились на соревнованиях и конкурсах в проходящем году. Такие замечательные акции, такие замечательные центры, в том числе, они в первую очередь направлены на то, чтобы привлечь внимание к особенным детям, к особенным людям, те, кто, кому требуется особое внимание. А тем более вот такие предновогодние дни мы все от мала до велика ждем каких-то чудес, и я надеюсь, что вот такими хорошими мероприятиями вот эти чудеса совершаются. История акции «Я волшебник» началась в ноябре, когда сотрудники Центра «Вера», организаторы акции, пришли заручиться поддержкой депутата Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Фетисова. С тех пор в акции приняли участие более 25 организаций и 10 меценатов. На самом деле, каждый может быть волшебником. Каждый должен им быть. Обязательно. Чудо может сделать каждый из нас. В эфире телеканала «Видное ТВ» несколько раз в день показывается ролик акции «Я волшебник». Это тоже наш вклад в большое хорошее дело. И отрадно отметить, что эта социальная реклама приносит ощутимый результат. Вчера, когда после выпуска нашего информационного ролика к нам обратился меценат и приобрел для нашего центра современный планшет для занятий с детьми с диагнозом аутизм, стоимостью 110 тысяч рублей, что является весомым вкладом действительно в наш даже центр. Акция «Я волшебник» стартовала в Ленинском районе, но приобрела областной масштаб. Часть подарков, полученных в ходе мероприятия, будет отправлена соседям, где их получат те, кому они необходимы. Мы дружим нашими учреждениями, и у нас в Пущино есть такой же Пущинский комплексный центр социального обслуживания, где мы оказываем такие же услуги, как и ваш Ленинский комплексный центр «Вера». Мы очень рады, что недалеко, но вместе мы можем сделать добрые дела. Акция продлится до 7 января. У каждого из нас есть больше недели, чтобы сделать чудо для того, кто в нем нуждается, и почувствовать себя волшебником. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ.